Вот мы едем с Южного. Тут попросила у матушки поработать. Сразу маленько опаздываем на завтрак. Вчера подарили новую пилу. Ну вот пока Роман сам пилит. Ты должен научить Володю, меня, Никиту, всех научить пилить. А пилить будет только один. Вот мы сейчас идем. Вот. Показать на крыше мое хозяйство. Вместе с дикарями стал держать первый год. И голуби совершенно перестали болеть. А то болеет, недомогает, падеж такой, вертячка. Ничего нету. Просто надо в природу войти. Эти голуби-то искусственные. Вот оно где. Ну и тот, та голубятня. Там сидят беляши мои. И тоже парочка там таких поселилась. Видишь, какие, а у них на ногах красненькие. Я их пометил, чтобы не чужие были. Пойдем. Я не спросил вас, обождите там. Вы вот этот-то убрали? Нет, ничего не убрали. Никогда не уберут. Вот завалили там ягодки, все, яблоки. Почему их к ним не прикоснулись нисколько? Забыли. Вот посмотри на физиономию, какая она лукавая. Ну и скажи, ты же прекрасно знаешь, что мы хозяева, я не хозяин. Ты вообще в душе не хозяин. Вот обязательно нужно их там обрубить и развернуть, хотя бы с той стороны положить, там оградка, или с этой, вытащить все до одной, пошли. Сразу все ухмыльнулся, и наемники, и так это во всей стране такое. Как образец, это у нас сегодня здесь, на глазах на наших. Что бы ни делал, я не хозяин. Сказал, ты иди сейчас делай, главное, там выкосить надо. Ничуть не бывало. Пришел, косу сломал, положил. Лопату, говорю, потихоньку только. Раз, хряснуло, сломал. Все. Дальше делать нечего. Матушка попросила спилить яблони. Вот мы сейчас идем. Вчера тут клен повалили. Она вечером вот была здесь. Так, ребята, можете потом поесть, но сейчас не до этого. Так, оттаскивайте от нее все. Потащите вот это. Поскорее. Вот это не вот это, вот это от яблони. Нам пилить яблоню. Ну сдерни с нее, что это такое там? Оградка какая-то или что? Ну не так же дергаю, там с той стороны берутся, с конца-то. Ну все не так делается. А этот-то? Нет, ее не сдернуть. Так, посмотри на нем, нет ли гвоздя, чиркни. Она вросла в дерево. Ну сделай так, чтобы не вросла. Под корень не пилить. Так, смотри, хотел сказать, когда упадет дерево, ветки не отпиливай сразу, а сначала ветки по частям разрежь. Иначе риск больше, она на землю ляжет тогда. Так, уходи оттуда. Да, она вросла. Уходи, чиркни ее. Вот Роман малыш сейчас нам покажет как. Здесь проволока. Что там, проволока? Вот видишь, убери проволоку, ну хоть один подойди, руки. Нет, в бока сразу, она заложил, все. Отступил на 10 метров, хоть длинная. Целый день будем стоять, он не шевелится. Не уберет здесь, она длинная, куда-то уходит. Ну повыше возьми, повыше, проверь еще. Вот так вот он. Яблони относите к овечкам. На проволоку не наткнись только. Ну руки ты из боков вытащи, бери и тащи овечку. Вот овечка, 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 тащи. Сейчас он распилит. Ну бери, вот он, бери, пожалуйста, бери. Уже отпилено, лежит. Нам некогда тут стоять, чинить. К овечкам забрасывай, тащи, еще раз говорю. Овечки вот здесь. Да, вот, куда? Загон. Ну, вот объясните, куда, вы показываете. Тут. Ну, вот посуда, пройди здесь, где овечек загоняет. Сейчас он будет. Ну, стоит на месте, как я покажу ему. Ты пройди ход с той стороны, а ты с этой. Я лучше. Давай. А это что-то
назад. И она сказала, что их овечки сожрут. Давай. Вместе с деревом. Повыше только проволоку не трожь. Давай, повали, повали всю. Никита, внимание, сейчас там на тебе. Никита, разверни ее бок вперед. Овечек видел, где загонять? Овечек нашел, где загонять? Я туда кидаю. Вот все туда. С какой стороны ближе? Давай. Это старый яблок. Вишневый сад. Еще.